Несколько месяцев назад, когда еще действовал прежний районный совет депутатов, у местных законодателей появилась идея наладить дружественные связи с руководством Ачамчирского района Республики Абхазия. Долгие годы после войны этот район, как и вся республика, находился в упадке, как экономическом, так и социальном. Зная о проблемах местных жителей и желая помочь их в восстановлении былого уровня жизни, Видновская администрация направила на Кавказ своего делегата, заместителя главы городского поселения Видное Федора Шилова. День Победы, который в Абхазии отмечают 30 сентября, стал поводом для визита и начала сотрудничества. Глава встретил меня, мы переговорили, пообщались. У них было уже практически люди собирались на шествие. Шествие собирались военные, участники войны, значит, ополченцы, потом, значит, жители города, дети, школьники. И школьники несли, и взрослые тоже. В общем, бессмертный полк с плакатами. Регион с богатой историей, красивой природой и талантливыми людьми сейчас как никогда нуждается в дружеской поддержке. Местные власти хотят восстановить туризм в республике. Соглашение об установлении дружественных связей с администрацией Видного позволит руководству Ачамчирского района перенять опыт во многих сферах жизнедеятельности городов – социальной и молодежной политики, развитии спорта, здравоохранения, градостроительства, экономики. Я вижу большой потенциал развития и взаимопомощи, взаимосвязи между этими нашими городами. Очень много возможностей, как бы в плане туризма, культуры, спорта, это помочь. Начало положено, цель поездки выполнена. У главы Ачамчирского района и нашего делегата родилась не одна интересная идея, которую теперь совместными силами чиновники намерены воплотить в жизнь.